Приморском крае в период нереста лососевых проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Путина-2023». Межведомственные оперативно-профилактические мероприятия организованы в целях противодействия незаконной добыче и обороту водных биологических ресурсов в прибрежных районах края, в местах нереста лососевых или на миграционных путях к ним, а также пресечение фактов транспортировки, реализации водных биологических ресурсов и продукции их переработки. Организованы мобильно-поисковые группы, в состав которых вошли сотрудники органов внутренних дел, а также регионального погрануправления, Приморского управления по рыболовству и представители нацпарка «Земля леопарда». В ходе рейдовых мероприятий членами межведомственных оперативных групп выявлены 120 фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов. В отношении браконьеров возбуждены 50 уголовных дел. Составлены 57 протоколов об административных правонарушениях. В ходе проведения рейдовых мероприятий у браконьеров изъяты 60 сетей, 85 рыболовных крюков, 14 лодок, свыше 43 тонн рыбы лососевых пород, 970 килограммов красной икры и 120 килограммов краба. Мероприятие продолжается. Полиция напоминает, что браконьеров могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности. За незаконную добычу биоресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним предусмотрена ответственность от штрафа до 500 тысяч рублей до лишения свободы до 2 лет.